Добрый день. Так уж случилось, но я собираю мифы, приметы и просто интересные факты, связанные с растениями. Крайне интересные приметы. Дело в том, что одно и то же дерево в разные времена и в различных культурах интерпретируется по-разному. Вот, например, береза. Но что с ней может быть не так? Вроде бы всегда считалось, что береза – символ чистоты, что она обладает сильными защитными функциями. Практически дерево-оберег. А нет. Есть ряд примет, где березу обвиняют во всех смертных грехах. По некоторым поверьям, береза связана с нечистой силой и иногда считается зловещим деревом. Так говорят, будто она, посаженная близко к дому, вызывает женские болезни у обитательниц дома, а наросты на стволах дерева образуются от женских проклятий. Или еще. Также березу называют деревьями духом. В них вселяются души умерших девушек, которые выходят по ночам и забирают с собой случайных прохожих. Но есть дерево, о котором нельзя сказать ни одного плохого слова. Ни с позиции примет или суеверий, ни с точки зрения ландшафта. Нельзя даже сказать, что оно капризное. Это дерево, та-дам, рябина. Насчитывается около 200 видов рябины. Не все виды подходят для нашего климата. Но и тех видов, которыми мы располагаем, не так уж и мало. Это рябина амурская, рябина ария, или второе название круглолистная, бузина листная, промежуточная или шведская, рябина обыкновенная, гибридная, тёна, гранатная, смешанная и многие-многие другие. А сорта? А какое разнообразие сортов на сегодняшний день есть? Просто не счесть. Многие из перечисленных видов не похожи на привычную нам рябину. Но всех их объединяет высокая декоративность в течение всего сезона. Сегодня мы не будем рассказывать о всех сортах и видах рябины, а расскажем только о самых, на мой взгляд, интересных и необычных. Итак, начнем. Латинское название рябины – сорбус. В одном из источников мы нашли, что это название можно трактовать как «привлекающая птица». По другой версии, название произошло от кельтского сорб – терки, горьки, что указывает на вкус плодов. И действительно, плоды, остающиеся на деревьях, являются хорошей пищей для пернатых, но и украшением вашего участка. Это только в том случае, если вы не пустили их на рябиновую настойку. По агротехнике почти все рябины схожи. Растет рябина почти на всех почвах, в том числе и на бедных. Однако предпочитает плодородные, легкие и средние суглинки, хорошо удерживающие воду. Светолюбиво, но мирится с полутенью и тенью. Но это больше касается молодых растений, так как рябины все-таки крупные деревья и со временем сами дают тень. Этот факт также нужно учитывать, планируя будущие участки. Из особенностей, пожалуй, все. Теперь о сортах и видах. Самой моей любимой рябиной, нет, не так, самым моим любимым деревом является рябина смешанная, дадонг. Это достаточно крупное дерево, до 10 метров высоты. Его массивные побеги толщиной с карандаш. Крупные блестящие листья напоминают тропическое растение. Зацветает рябина дадонг в июне, чуть-чуть позднее рябины обыкновенной. В отличие от рябины обыкновенной, у дадонга очень крупные соцветия и нет неприятного запаха. Ягоды, созревающие в больших кистях, крупные, оранжево-красные и имеют форму груши. Но я люблю ее не за плоды или цветы, а за ту метаморфозу, что происходит с ней осенью. Я не знаю ни одного человека, кто бы мог равнодушно пройти мимо дадонга в осенний период. Интересная история появления дадонга. Родом это рябина с острова Улонг, который находится достаточно далеко от материка. Благодаря своей изолированности на острове растут необычные растения. Многие привычные нам виды приобрели очень своеобразную экзотическую форму. В 70-х годах прошлого столетия Тор Нецелиус, ботаник из Швеции, обнаружил на этом острове новый неизвестный вид рябины. Из собранных им на острове семян в Швеции были выращены сеянцы. Один из них был отобран и получил название дадонг. Он и стал родоначальником сорта, который быстро завоевал популярность, благодаря своим исключительным декоративным качествам. Есть еще один сорт из этой же серии. Это улунг, названный в честь острова, где был найден вид. Следующим необычным видом рябины, достойным вашего внимания, можно считать рябину кёна. Все мы привыкли, что рябина имеет красные, но в крайнем случае оранжевые ягоды. У рябины кёна ягоды белые.
Дерево идеально подходит для небольших участков. Высота этого растения не более 3-4 метров. Родиной кёны считается Центральный и Западный Китай. Растение крайне изящное. Сложный лист небольшого размера, очень-очень изящный. Темно-зеленый летом и вишневый осенью. Единственным недостатком можно считать крайне медленный рост. И чтобы вас не утомлять, последняя рябина. Невозможно было обойти вниманием Sorbus aria, рябину круглолистную или мучнистую. Это достаточно крупное растение, до 10-12 метров в высоту. Требовательно к освещению, не очень любит кислые грунты, предпочитая нейтральный или слабощелочной грунт. Мне это растение нравится из-за эффектных листьев. Они, в отличие от привычных нам рябин, эллиптические, при распускании беловойлочные. Летом темно-зеленые сверху и опять же сизоватые снизу. Осенью окрашиваются в бронзовые тона. Листья напоминают ольху, и все дерево выглядит серебристым, переливающимся на ветру. Это очень красиво, особенно в контрасте темно-зеленых и разноцветных растений. Есть даже сорт «Магнифика», листья которого покрыты белым войлоком. Из-за этого складывается впечатление, что дерево белое с легким серебристым оттенком. Ягоды, как у рябины обыкновенной, оранжевые и красные. На этом все. Планируйте рябины. Высаживайте их на своем участке. Создавайте целые коллекции. Любите рябины так, как их любим мы. Ведь и студия, которая снимает для вас эти ролики, тоже названа в честь великолепного дерева. Sorbus intermedia. Рябина промежуточная. Удачи! We'll be right back.